Эй, всем привет! Скучали по нам? Мы начинаем лето 2019 года яркой смены «Янтарный город» — столица приключений. Гранат, лазурь, фисташка. Думаешь, это набор слов? Нет, это название наших обновленных корпусов, которые ждут тебя на территории центра. Яркая арт-группа, восхитительные квартальные и, конечно же, чуткая администрация готовы сделать лето 2019 года ярким и незабываемым. Пока вы думаете, как пронести запрещенные продукты своему ребенку, мы начинаем. Кажется, самое главное — не терять голову, потому что в любом случае новая территория, новая инфраструктура, в том числе и спальная, требует адаптации. Поэтому, чтобы все прошло хорошо и без травм, это залог хорошего отдыха далее. Прошел хорошо, мы в преддверии больших перемен, мы в этом году проектируем новый учебный корпус, поэтому это был первый шаг. А дальше, я думаю, мы перейдем в стадию строительства, и новая научно-исследовательская инфраструктура позволит нам развернуться. Ну, во-первых, сейчас во всех лагерях, которые есть, которые стационарные, везде есть некий тематический смен, который касается изучения культуры, искусства и современных технологий. Ну и, конечно, мы еще собираемся строить несколько суперсовременных лагерей, где будет вот это все очень органично сочетаться. Это ЦРОД, это моя любимая точка, это наш такой развивающийся проект, который каждый год прирастает. И в этом году, я думаю, это не является исключением. Поэтому ЦРОДовцам отдыха, положительных эмоций, новых друзей и, конечно, новых идей для развития нашего региона. Дети в ЦРОДе не только отдыхают, но и посещают занятия, потому что развиваться надо постоянно, тем более в таком маленьком возрасте, когда детям интересно, они хотят попробовать себя в чем-то новом. И здесь учеба проходит не в школьном формате, поэтому ребятам довольно-таки, я думаю, несложно ходить на эти стажировки, они приходят туда всегда с радостью. Самое главное в тех знаниях, которые сейчас получают дети на этой смене, это то, что они могут эту теорию, которую, да, дают, применить на практике и попробовать действительно что-то делать своими руками. И здесь много других стажировок, они разной направленности, не только творческой и технической. И здесь те предметы, которых нет в музыкальной школе. Люди могут что-то новое для себя освоить и понять, в каком направлении им развиваться, какие у них есть сильные стороны. Раскрыть свой какой-то потенциал и дальше его развивать уже в обычной жизни. В первую очередь ребята могут свободно общаться с преподавателями, задавать любые вопросы в любой момент. Также уроки в основном направлены на развитие какой-то либо творческой деятельности, и ребята могут открыто показать все, что они хотят попробовать, и даже предложить, возможно, учителю, преподавателю проявить какую-то собственную инициативу. Я обучаю детей музыке, в частности, на барабанах на африканских, укулеле, синтезатор,
ну и разные инструменты, которые можно найти здесь, в Цроде. Больше мой акцент сделан, конечно, на африканские барабаны. Просто это тот инструмент, на котором дети могут научиться играть с 5 минут. 5-10 минут, и уже простые ритмы ими будут освоены. Моя задача – погрузить детей в состояние вот, творчества, музицирования, в котором они научатся не просто, в общем, слышать друг друга. На занятиях мастера рукоделия ребята занимаются и за нитью, и плоскостной игрушкой. Сначала мы с ними вышиваем различные открыточки-закладочки, а затем мы будем делать небольшие сувенирчики, морские рыбки. А вообще занятия идут на развитие мелкой моторики рук и логическое мышление ребят. Я веду мультипликацию. Когда ты создаешь мультики, ты с ними общаешься, рассказываешь, придумываешь сюжет. По сути, это такое кинопроизводство, где ты проявляешь такую фантазию творческую. И мне кажется, это очень такая актуальная сейчас, наверное, тема. И вообще мультипликация набирает обороты. Тем более в Калининградской области не так много мест, где непосредственно этим занимаются. И это как раз-таки для них сейчас является такой уникальной возможностью. Экономическая игра немного изменилась по сравнению с прошлыми годами. Мы больше не боремся за золотой песок, мы больше не путешествуем во времени, мы столица, самый главный город, в котором присутствует лучший из лучших, поэтому все приезжают к нам. Янтарный город в этом году стал столицей приключений, и, естественно, наш управляющий орган был переименован, теперь это Совет столицы. В Совет столицы входит 6 различных комитетов. Всем полностью советом управляет глава Совета столицы. У каждого комитета, естественно, есть свой председатель, который тоже будет избран в каждом комитете. У каждого комитета свой функционал, своя зарплата и свое количество людей, которые в нем работают. Это такой прототип реальной жизни, реального мегаполиса, в котором у каждого жителя есть улица, на которой он живет, у которого есть работа, есть возможность получить минимальные экономические знания, познакомиться с финансовой системой, системой налогообложения. Экономическая игра помогает узнать ребенку, что такое самый главный документ, это паспорт. Есть у нас работы, которые избираются раз и на всю смену. Это глава совета столицы и председатели каждого комитета. Также каждый комитет обновляется. Мы будем проводить несколько выборов в течение смены. Раньше один балл шел один к одному. То есть за каждый заработанный балл ты получал один дорц. Сейчас у нас другая система, у нас 3 уровня мастерства, и необходимо зарабатывать баллы, чтобы повысить свой уровень мастерства. Когда у тебя повышенный уровень мастерства, естественно, повышенная зарплата. Дети сказали, что это им понятнее, не знаю, посмотрим, попробуем. Это игра, которая помогает знакомиться с финансовыми вопросами в обычной жизни, с системой управления, с тем, как работают структуры, с тем, как зарабатываются деньги, что это все не так легко и просто, и начинают относиться к этому более бережно.